Господи, сейчас придет мой итальянский спонсор и застанет твоего Пашу в таком интересном положении. Это катастрофа. Дай сюда! Хамка! Карло Константини, хоть и мой знакомый, но красивые девушки ему нравятся. Сделай так, чтобы он не сводил с тебя глаз. Может, он не заметит весь этот ужас. Бонжорно, Серджио. О, Карло, бонжорно. А кто это такая белла девушка у тебя? А, Катя. Это Катя, моя компаньонша по бизнесу. Карло, познакомься. Чего к ней пристает? Кто к ней пристает? Кому она нужна, а? Но-но! У них фишка такая. Чужим тёлкам приставать. Между прочим, он миллионер. Да хоть миллиардер! Что, я не видел, как он на твои сиськи пялится? Самое страшное, что тебе это нравится, Не нравится, не нравится мне ничего. Я целый месяц его облизывал с ног до головы, чтобы он устроил тебе бой с Кличко. Ты уложил его в реанимацию. Кличко? Там был Кличко? Слава богу, нет. Он сейчас шампунь рекламирует. И, между прочим, я еще не рассчиталась за лечение журналиста, который всего лишь навсего хотел взять у меня интервью. А зачем ты пошла с ним в ресторан? А где договариваться об интервью? В редакции? В редакции. Совершенно не обязательно идти для этого в ресторан. Ужинать там с ним при свечах, с шампанским. Тоже мне романтика. Все. Вы мне надоели. Я ухожу. Иди на завод работай, а ты мой всю жизнь посуду. Как? Физкульт, привет. Сексуальным меньшинствам. Молчи, хам. Ты нормальный человек. Куда ты собрался? Я в метро. Он контролер. Али Вахтанг? Рогураха. Ну, хоть к нему ты меня не ревнуешь? К этому, что ли? А с ним я тебя на курорт могу отправить. Что? Ах так. На. Мы с ним в разных сексуальных категориях. Что ты заводишь? Значит так. Я ухожу. Куда? К сестре. Ах так? Ах никуда так. Я тебя не отпущу. Никуда ты не поедешь. Это я никуда не поеду? Никуда. Ага. Ах так. Ладно. Текс. Ах так, значит. Ах так. Все, Яша, передохни. Придется делать уроки. Ты что, дурак? Это же мамин сервиз! Ах, это был мамин сервиз? Что ж ты сразу не сказала-то? Прощай, мамин сервиз! Кать, ну перестань. Не могу. Отстань. Кать.
Кать, ну перестань. Ну я все склею. Это работа для двух пальцев. Будет лучше, чем было. Кать, Да когда вы кончите? Когда вы кончите это безобразие? Ты барак! Я тебя ненавижу! Ладно, хорошо. Я не буду это терпеть. Я спрашиваю, когда вы кончите это безобразие? Да. Хорошо. Ну что ты опять смотришь свой футбол? Лучше б делом занялся. Ребенок дома. Яша, пойди погуляй. Яша, учи уроки. Послушайте, Карла, это супер. Это гениально. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Предлагаю отметить ваш успех и подписать, Карла, наш контракт. Я уже заказал столик на двоих в одном красивом ресторане. А вы, бамбино, проследите, чтобы аккуратно упаковали мои костюмы и расплатитесь с девушками. Дамы и господа, поприветствуем выдающегося модельера господина Потаса Нальдини, который по дороге из Нью-Йорка в Милан заехал в наш скромный бутик «Не толкайся», чтобы представить свою последнюю коллекцию купальников. «Не толкайся, противный!» Мне нужно переодеться. Куда она уходит? Карла! Маэстро, куда же вы? Дамы и господа, это был несравненный маэстро Потас Нальдини. Подождите меня, я с вами. Этот мир потрясающе. Белиссимо. Я рада, что Белиссимо, это чудо какое-то, фантастико. Спасибо. Прошу вас, чувствуйте себя. Мы ведь ненадолго. Быстро. Ой, Катя, как я очень голодаться. Стой! Слышь, короткий, долго не лаем. Мне сквозануть надо отсюда побыстрее. Отвечаю, завтра дам! Ты Павел Бойко? Ну? Ты мой кумир! Я дарю тебе его! Че, реально, братан? От души спасибо. А можно автограф? Можно! Что-нибудь еще? Грацию. Приятного аппетита. Приятного. В этом контракте мы предлагаем вам самые выгодные партнерские отношения. Надеюсь, мы также станем друзьями. Конечно. А дружба – это начало очень глубоких отношений. Да, если вы дадите нам товарный кредит. Но проблема. Правда? Не может быть. Почему не может? Может. Как говорится, на лосая зверь бежит. Так это та самая, у которой любовник тот самый. Константин, у нормальных женщин не бывает по одному любовнику. У нормальных, умных женщин всегда есть в заначке что-нибудь такое еще. Парочку. А она умная, судя по всему. Понимаете, чем раньше мы получим товар, тем раньше мы его продадим. Не сомневать. Я предлагаю подписать контракт у меня в номере прямо сейчас. Ну, послушайте, это как-то неудобно. Перке? Ну, во-первых, я замужем. Во-вторых, у меня очень ревнивый муж. Как я его понимать? Если бы я застал такую белиссимо женщину в компании другого мужчины, я бы его убил! Он так и делает. Это не тот сумасшедший боксер. Нет. Вообще нет. Тогда я в полной безопасности. А вы уверены, что это она? А
Абсолютно. Действительно, но... Послушайте, Карл, подпишите контракт. Кибеля-мани. Мы потратили уйму денег. Кибеля-топа. На рекламу вашего товара. К тому же мы взяли кредит в банке. Под залог нашей квартиры и собственного бутика. Говорить о деньгах, когда звучит такая прекрасная музыка. Фи. Карла. Какая сумма вам нужна? 200 000. Хорошо. Серьезно? Бене, завтра переведу вам эти деньги. Правда? Спасибо. Вы бог, вы мой итальянский бог. Я вас уважаю, мы договорились. Сказать? Сколько она заломила кусков этому типу? Сколько? 200 000 зеленых. Да ну, крупная щука. С ней будет непросто. Ну, а что они ему втюхали? Продали что? Да не расслышал, но контракт лежит у них на столе. Фирмач? Иностранец, да? Ну, судя по бабабабам, итальяшка. Ну, дожили. Распродаю родину итальянцам. Не нервничайте, Константин. Завтра начнем мстить за родину. За родину. За родину. Прикольный самокатик. Слышь, дядя. Дядь, давай мы машину помоем. Нет денег. А мы со скидкой. Я же сказал без нет. Без рук, без рук. Брысь отсюда. Шампанское мы выпьем в моем номере через 2 недели, когда вы получите товар. Вы куда, молодой человек? Туда. В спортивной одежде нельзя. Да ладно. И оцените мое терпение. Ждать 2 недели – это ужасная мука. Я понимаю. А сейчас я вас танец. Идем. Поздно. Не положено. Жаль. Лучше поздно, чем никогда. Паша, только не сейчас, Паша. Так. По-моему, у нас конкурент. Паша, я прошу тебя. Катя, извини, у нас водная процедура. Ну что же ты делаешь? Мам! Паша, я тебя умоляю! Мадонна! Опа! Шеф, держитесь! Я уже бегу! Бегу! Марто Бретто! Санта Ралиоли! Сос! Сос! Плавать, не плавать! Катя, где ты, Катя? Не реви, дура. Сам не реви, дура. Что с итальянцем? Увезли в реанимацию. О, боже мой. Господи, опять реанимация. Он успел подписать контракт, скажи мне, ну. Он собирался, но не успел. Боже, я сейчас умру. А где твой Кинг-Конг? Паша в милиции. Они его все-таки скрутили. Не сразу. Он сначала одному вот так, второму вот так, третьего вот так. Хватит. Потом приехал ОМОН или кто там, не знаю, спецназы. Его и Пашу повязали. Они его посадят. А потом опустят. Так, ну все, я без тебя сама опущу. Ой. Дурак! Не, нормально, да? Папа Карло в реанимации, Кинг-Конг в тюрьме. Мы сидим без денег. Офигеть! Почему я не родился мопсом? Вот и я тоже думаю. Почему ты не мопс? Белоснежка, корми меня! С какого перепугу? Давай, мне нужно питать сосуды. Знаешь что? Я ухожу к сестре. Пасись тут сам. Да. Что-то тихо сегодня. Угу. Странно. Наверное, отдыхает. Яша, когда они отдыхают, мы это слышим. Блонда пошла. Остынь, это секретарь главного.
Нет его, уважаемый? Ну и что вы звоните уже в пятый раз? Я говорю, нет его. Можно? А вот это уже не ваше дело. Тьфу вам под ноги за ваше хамство. Здоров. Что ты хотела? Узнать, как дела. Дурдом! Вечный дурдом! Мой опаздывает на заседании комиссии по продаже госком имущества, и отбивайся! Рехнуться можно! А мой опять в милиции. Боже! Отелло! Я тебе завидую. Это тебе. Это что? Это мне? Да. Ой! Спасибо. Так, сестренка, ты постой. Нет, ты посиди на моем месте. Никого не пускай. А я пойду примерю. А ну, ладно, только быстрее. Здрасте. Заместитель? Начальник здесь у себя? Кто? А, нет, его нет. Как нет? Моя фамилия Базягин, и вы ничего не сделаете. Я просто возьму и войду к нему. Стоять! Да в чем, собственно, дело? Мне нужен пустыречек. Какой еще пустыречек? Хороший только пустыречек. У реки пустыречек. Там нет ничего, кроме грязи. Я сделаю там детскую площадку. Будете играть с детьми, приходите туда с детьми. У вас есть дети? Нет. Ничего, не страшно, поможем. Не надо! И не надо так нервничать. Я все передам, что приходил... Бодягин ВБ. Бодягин ВБ? Да, идет третьим по седьмому списку. О, Господи, по какому списку? Да вы как-то непонятливая девушка. Вы хоть запишите. Ну? Бодягин В. Б. Идет третий по седьмому списку. Хорошо, хорошо, я все запишу. Конечно. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Бодягин ВБ. Да. И вместе с запиской передаете ему это. Взятка? Что вы такое говорите? Это просто дань уважения замечательному человеку. Вот и все. А если он конфеты не ест? Если у него кариес? Вы очень остроумная женщина. Я так люблю остроумных женщин. Ладно, давай сюда свои конфеты. Вы обратились ко мне на «ты»? Это так симпатично. Ой, отойдите. Сядьте в кресло. А, хорошо. И тихо. Да. Бодягин ВБ, третий в седьмом списке. Ну и как тебе? Мой старый барбос выпадет в осадок. А таблетки зачем? Катя, валидол. Так и он у меня уже не мальчик. А что делать? А, слушай, там посетитель пришел, конфеты принес. Конфеты бери, его гони. Но он психованный. Ой, Катя, я тебя умоляю, нормальные сюда не ходят. Пошел он к черту. Да? Ну, Бодягин. Третий в седьмом списке. Фух, слава богу, ушел. Ну что, взял? Взял конфетки. Взял. Ну, и? Что вам еще надо? Чтобы открыл. Он не может. Подписывает документы. Как это? Как это? Вы сказали, от кого? Сказала. Бодягин ВБ. Ну, а он что? Сказал спасибо. И все? А вам надо, чтобы он выбежал и начал с вами расцеловываться, что ли? Я не пойму. Девушка, не надо нервничать. Мне что теперь делать? Идти домой? Нет, ночуйте здесь. Но я должен знать результат, извините. Поликлиника за углом. Что? Послушайте, милая. Я человек нервный. Ой. Очень нервный. Нет, я понимаю. Ваше служебное положение дает право издеваться людьми, даже пить их кровь, но... Я прошу вас, пожалейте детей! В ваших симпатичных ручках... Вторую. В ваших симпатичных ручках судьба Бодягина и судьба миллионов детей, которые мечтают о Диснейленде!
У меня все честно. У меня все по правилам. Бумаги в порядке. Если вы мне не дадите сейчас телефончик, я выйду из себя. Нет! Я войду к нему! Пишите телефон! Шерман. Мадам. Шерман. Спасибо, сестренка. Белье супер. Что? А что такое? Вам молоко за вредность надо давать. И часто к вам такие психованные ходят. Ой, ты б со мной один день посидела. Тут к некоторым вообще ОМОН вызываем. Конфеты забыла. Это этот странный тип принес. Действительно странные. Знаешь, сейчас все больше духи носят. Да, их он тоже оставил. А, молодец. Да. Люба. А? Мне деньги нужны. Много. Ты не могла бы у своего спросить? Ну, Катя, это как-то неудобно. И откуда у него? Он взяток не берет? Угу. Спасибо. Пока. Не за что, пока. 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 Любовь Ивановна, что случилось? Вам плохо? А мне плохо? А мне вообще. Я тучи разведу руками. Катя. Катя, это ты? Чудовище! Тебя уже выпустили! На подписку. Как теперь на сборы ехать? Тебе что, криво? Не криво. А ты знаешь, что итальянец, не приходя в сознание, подал на тебя в суд? Что ты трешь мне рассказ номер раз? Как он мог на меня в суд подать, если он в сознание не пришел? А адвокат его подал. Материальный и моральный ущерб. Они тебе столько впаяют, что твоих вот этих вот медалек не хватит. Где моя, не знаешь? Куда? К сестре поехала. Понятно. Как она с тобой живет? Кошмар! Я бы тебя сразу бросил. Катька, вообще, изумруд. С ее фигурой, может, такие бабки заколачивать? Ты на что намекаешь? Эй! Я в хорошем смысле. Миллионеров на бабки разводить. Миллионер. Где мы деньги возьмем, а? Не обещают, будет Джанадони. Ну там приличная ЛВ светит. Откуда ты знаешь, что Джанадони тебя не побьет? Не побьет. Ой-ой. Катя, как всегда, в первом ряду сидеть будет. Не кто-нибудь пристанет. Ты же знаешь, мне это только и надо, чтобы стартануть. Ха. Угу. Пока. Помой посуду, животное. Слышь, светло-синий, розетку помой. Хам! Животное! Бычьи цепи! Вот твое будущее, понял? Вот, горилла! Сиди, жри мою булочку!
что, плохо? Мне хорошо. Не очень хорошо. Ну вот что, осталось 6 вопросов. Успеем до конца дня? Не знаю, не знаю, не знаю. А у меня для тебя сюрприз. Маленький. Ну, маленький. О, порешаем по-быстрому. Морской бой. Именно. Называй цифру. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, о, пустырю реки. Клиент номер 3. Бодягин, ВБ. Слушай, хорошая фамилия, надежная. Ага, может мне его прощупать на бабки? Не-не-не-не-не, не смей, не смей. Понятно, опять с шаром. Ну? Господи, когда ты научишься взятки брать? Так, Я тебе в музей сдам. Я тебе столько раз говорил, ну, не разменивайся на мелочевку. Ладно, пупсик, я тебя так люблю, так люблю. Что ж, страшно становится. Осторожно. О, особенно по ночам. Ой. А это хорошо, что она деньги взяла. Опа. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего пока что. А интересно, как ты думаешь, а сколько они за заводик запросят, а? Какой еще заводик? Ну, консервный. Ты помнишь, мы рассматривали этот вариант, ты помнишь? Да помню, помню. Сколько можно жрать? Жрет, жрет, жрет. Совершенно не думаешь о деле. Я думаю о деле. Просто когда я думаю, я волнуюсь. Когда я волнуюсь, я кушаю креветки. Люблю я эти креветки. Выпустили. Прекрасно. Где Кинг-Конг? Чё тебе надо? А, моешь чашку? Молодец. Значит так, дуй на Васильевскую 17. Найдешь там адвоката-итальянца. Мой Ромчик все уладил. Оплатишь лечение, услуги стоматолога и все. Сколько? Сколько? 20. Недорого. 20 000 баксов! 20 000 баксов? Где я их возьму? У меня нет. Тогда ты будешь мыть чашку у параши. На этот раз его действительно посадят. Он порядком всем надоел. Милиция особенно. Ну, пускай посадит. Может, ума наберется. Ты знаешь, у боксеров с этим напряженка. Моя шутка. Умно. Знаешь, подруга, несмотря на мой оптимизм, нам полный песец. Без тебя знаю. Итальянец не подпишет с нами контракт, даже если ты с ним переспишь. У него травма. Че, обалдела? У него челюсть сломана. Что же делать, что же делать, что же делать? Что же делать? Ладно. Что же делать? Ну ладно. Что? Я не хочу конфеты. Такие захочешь. Ой, где ты взяла? На панель сбегала. А что, еще остались натуралы? Прикольно.
Только этого нам все равно будет мало. Прости, натуралов не хватило. Пуся, что ты кипятишься? Пуся, наша смертная казнь отменяется! Пуся! Значит так, сиди здесь, никуда не уходи, деньги не трать. Я скоро вернусь. У меня идея. Вот дура. Дура-дурой. Алло? Алло, Лапушка, это я. Бросила трубку. Да давай еще раз. Да. Что ж вы бросаете трубку? Это же я. Бодягин. Какой Бодягин? Бодягин, ВБ. Я шел сегодня третьим по седьмому списку. Какой список? Я же был у вас сегодня. У меня? Ну да, вы же меня еще к шефу не пускали. А потом конфеты ему занесли. А, господин Бодягин, здравствуйте. Вы не волнуйтесь, все в порядке, в полном. Вообще... Все просто прекрасно, я вам только сама перезвоню. Вы у меня полжизни отняли. Да готов забрать всю вторую половину. Ну что? Рыбка на крючке. Вот гады, а? Всю страну продали. Ой, блин, слушай. Да! А, алло, да, Любочка, да, это я. Что надо, говори быстрее. Слушай, там моего знакомого один объект интересовал. Фамилия как? Бодягин. Да. Пустырек у реки. Подписали его документы. Пусть накрывает поляну. Ты серьезно? Чего не сделаешь ради сестры? Ой. О, yes! Так, пол чистый, совесть тоже сойдет. Слышь, Игон, сейчас один клиент приедет. Серьезный? Ну, отец, что за дело? Ты, главное, молчи. Не, ну, можно, конечно, подвигнуть ему, сказать, мол, кусок сладкий, надо тебя брать. Хе, не волнуйся, Вадим Борисович, чай не первый год работаем. Столько лохов развели. Бить будут? Не волнуйся, не будут. Едут, приготовься. Слушай, Борисович, в желтом такси только голимые фраера приезжают. Он бы еще на розовом приехал. Боюсь, нет у него денег. А сейчас ни у кого денег нет, зато есть дачи, квартиры, самолеты, зубы полный Голливуд. Это ж можно все продать. Или, в конце концов, одолжить у друзей или у родственников. Понимаешь? Да. Нефть вещь такая, любого с ума сведет. Из-за нее он. Все страны воюют. Слушай, Борисыч, сильно бить будут. Слушай, за меня все будет нормально. Ага. Убери свои крабли. Дурак. Козел. Ой, натурал! Добро пожаловать! Привет! А ты цыган? Да. Вспомни мохнатый шмей. Понятно. Но пока где тут ваш шмей? Просим. Оу, классные тапки. Дашь поносить? Даст. Ну, куда идти? О, пожалуйста. Пошли. Прошу. Это мое место. Ну, конечно. Вообще, мне все нравится. Вот она! Красавица! Ух ты! А? Работает? Еще как! Удалась, включай! Как стоит! Ой. О! Ну! Пошла! Обратите внимание на цвет, плотность, напор. А чем такая жирная? Ну как? Нет, должна быть жирная, учитывая стоимость на мировом рынке барреля. Баррель? А что такое баррель? Ну, баррель это... Это баррель. Да вам все равно не понять, пока не станете нефтяником, как я. Идете. Ой, офигеть. Hello?
Лондон, биржа. Hi, how much? Oh, yes, yes, yes. Как котировочки на нет? Поперли? О, отлично. О, цены растут. Мама, твой сын нефтяник. Конечно. А у вас это приватизировано? Ну, естественно, в заборе же написано «Бодягин Ойл». Вот. Только и работает с предоплатой 50%. Стоп, нефтяник. Мы еще не торговались. А я, молодой человек, не торгуюсь. За вашей спиной очередь до Магадана. Из цыган? Нет, из СНГ. Скажи, да. Нефтяник, а здесь можно много скважин накопать? Скважины не копают, их бурят. Здесь все нефтяное поле обозначено вот этими пальмочками. Боже мой, сколько я набурю! Раз, два, три, четыре, пять! Потом посчитайте, но сначала аванс. Аванс, завтра аванс, я жду аванс. Нефтяник такой нервный, я завелся. Эмигрант, эмигрант, эмигропанк. Эмигрант, эмигрант, эмигропанк. Эмигрант, эмигрант, эмигропанк. Ну-ка дай. Yes, банк! 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 Останови. Банк! Банк! В чем дело? Я первая подошла. Я по записи. Ой, кошка драная. Выдра. Добрый день. Очень на это надеюсь. Я хочу взять. Что? Кредит. На 100 тысяч долларов можно? Какая у вас квартира, район? Двуспальная квартира. В Новотропарево, с лифтом. Возьмите, пожалуйста, опросный лист, заполните его. Вот. Чего долго ждать? 2 недели. Банк должен все проверить, оценить вашу квартиру. Я хочу быстрее. А, любите быстрее. Да. Хорошо, только за это мы берем дополнительные комиссионные. Ну, я дам. Завтра. Сегодня. Завтра. Сегодня. Хорошо. Питер Пен. Робин Гуд. Не понимаешь ты меня, Любаня? Ты о чем? Мы с тобой по минному полю ходим. Да они ж сами предлагают. Насилуют. Возьми да возьми. Вот дурачье. У них же потом все отберут. Кто? Кто, кто? Кто сядет потом в мое кресло? А, чего тебе отбирать? Геморрой или язву? Да, ты понимаешь, на кинотеатрах и гастрономах можно заработать только свидание с прокурором. Штангу надо рвать один раз, но со смыслом. Так когда же? Через месяц мы выставляем на продажу консервный завод. А, вот да? Тогда у тебя сразу будет все. И квартира новая, и машина, и яхта, и Канары, и... Только я тебе тогда буду не должен. Да ты что, милый, я ж с тобой до конца твоих дней. Да. Вот ты чего не ешь? Присоединяйся. Да я что-то не голодная. Да. О, боже, только не это. Это я. Это я. Что вы здесь делаете? Ну, я же объяснил вам все по телефону. Повергаю к вашим стопам свое сердце и дары теплиц. Благодарю за своевременное вручение конфет и молюсь о вашем здоровье. Господин Бодягин. Бэ-бэ. Бэ-бэ. Вы не можете здесь находиться. А чего быть-то? Я умею хранить тайны. Если меня даже будут жечь на костре, как Джордана Бруно, я все равно буду кричать: я не знаю вас и вашего шефа. Не кричите! У меня очень, очень ревнивый шеф. Да ревнуйте себе на здоровье. Я не вмешиваюсь в ваши отношения. Хотя, конечно, очень ему завидую. А сейчас хочу с вами поговорить о наших с вами делах. Можно я сяду? Нет, конечно же, нет. Логично. Когда речь идет о полмиллионе долларов, то можно и постоять. Сколько вы сказали? Полмиллиона.
Ну и говорите, только побыстрее. В нашем городке есть бесхозный консервный заводик. Ага. Ой, лапа. Кто бы мог подумать, что ты у меня такой хитрый, а? Я не хитрый. Я мудрый. Ой, лап, ты у меня мудрый. Ты у меня умный. Ты у меня самый лучший мужчина в мире. Ну, скажи, ты снова скажи, обижалась на меня, да? Ну, обижалась, да? Ну, думала, что я скупердяй, жмот там, ну, и все такое. А? Да. А вот скажи мне, вот кто сейчас сидит? Где? Где? Где надо? Вот тот, кто себе ларек присвоил? Или кому подсунули в конверте 1000 баксов? Ай. А вот ты скажи, ты когда-нибудь слышала, чтобы в тюрьме сидел человек, который украл, например, ну, газопровод или комбинат металлургический? А? Ну, лап, ну я все поняла. Ну, я же у тебя умная. Ну, ну скажи, какая у тебя? Какая? Почему же ты меня встретилась лишь сейчас? Ой. Ну, где ты была 30 лет назад? Ну, скажи, где ты была 30 лет назад? Сейчас покажу. Ого. Я должен кушать бублики, я считаю. Бублики это наше. Ребя, новый боксерский дедот. Тема. Не, правда, вот иди сюда, пожалуйста. Ну, давай. Да. Тема. Тема. Наш. Значит, пацанчик едет на сборы. Ну, там 3-4 дня активно тренируется. Ну, сердце заныло. Ну, тут дома. Домой, короче, с женой что-то он крутит, мутит, надо вернуться. Он бегом, значит, на вокзал бежит. Вот, значит, прыгает в поезд. Прыгает. А там любовник. Не, подожди. Не. Доезжает домой, открывает дверь, а там тренер. Не. Короче, он дверь открывает, а там видит, что, ну, короче, она, вот. И анекдот не смешной. В следующий раз по бороде. Если что, сразу засаживай в печь. Ну все, браток, спасибо, пока. Слышишь? Что? Опять сегодня тихо. А может, он умер? Нет, я видел, как этот убийца садился в автобус в спортивном костюме. Наверное, поехал на тренировку.
тоже. Идиот. А ты кокетка? Подонок однозначно. А ты кокетка? А что ты делаешь? Что делаю, что делаю? Что ты творишь? А ты что, не знаешь, что после тренировки очень важно принять душ? Какой душ? Да? Ты что, в джакузи собрался? А? Уйди отсюда, пожалуйста! Яш, ну что ты такое играешь? Как называется эта пьеса? Это «Весенний разлив». Ребенку только вчера дали ноты. Что это такое? Что это? Это «Весенний разлив». Яша, это не смешно. Хорошо. А где все, не понял? А? А кроме меня никого не было, товарищ полковник. А у тебя что? Пока ничего утвердительного, хотя зацепка есть. Ну, хорошо. Надо эту зацепку раскручивать. Разрешите доложить детали? Садись. Докладывай. Угу. Так. Тут из... Дай денег. Кать, я тебе говорю, это верняк. Нефть нашли прям за городом. На, держи. Ты что, дурак? А как же квартира, бутик? Ты в своем уме? Ну, потерпи пару месяцев. Что тебе трудно? Ты телек не смотришь? Знаешь, сколько за баррель нефти дают на лондонской бирже? Держи. А как же, Паша, ты знаешь, сколько мы должны подснальдине за новые зубы? Катя, у тебя ветер в голове. Я ему через месяц платиновые зубы вставлю и золотые ребра натяну. Я тебе скажу, где у тебя ветер. Катя. Ну, Катя. Поймаешь? Ну. Ну, хорошо, дам. А где все? А? Ушли, товарищ полковник, вы их отпустили. Я? А у тебя что? А? Дед, давай подвязывай свои штучки. Ты меня сам вызвал, я уже 2 часа пытаюсь тебе тут отчитаться. Да, ну, странно. Что это за слово такое? Подвязывай, а? Ты же мой внук. Я бы не хотел, чтобы ты так разговаривал. А, нехорошо. А вот первое дело, это самое важное дело. Поэтому давай... Докладывай по всей форме. Ага. Тут из Интерпола ответ на мой запрос пришел. Вот. Вот так. Где? Интересный фрукт. Представляешь, он в Молдове 2 раза умудрился винный завод перепродать. Ну, башковитый мужик. Профиль, фас. Ты, конечно, представляешь, где он может объявиться, да? Конечно, товарищ полковник. Я уже работаю над списком госимущества. Да? А что, они еще не все продали? А они по третьему кругу пошли. Это как? Продают, потом да. Через суд забирают, потом опять продают. И так до бесконечности. Да. Талантливый у нас народ. Страна может спать спокойно. Думаешь, принесет деньги? Ты знаешь, он похоже этот. Да, 100%, да. А они такие, знаешь, влюбчивые, такие страстные. Принесет. Никуда не денется. Хорошо стоит. Да. Надежно. Как
Красиво! 90. Угу. 100. Ну, все в порядке? Бай. Мужчина, вы сюда? Туда. Да, девушка. Что у вас? Куда туда? О, помнишь меня? На. Целлюлит. Пока. Катюша, я на сборы уезжаю. Да. Чтобы без меня было все тихо, мирно. Все будет прекрасно. Я кроме шуток. Ну, чтоб я сдохла. Паш, ты можешь не волноваться. Так, я ничего не забыл. Полотенце взяли, бинты взяли, перчатки взяли, боксерки взяли. Ты забыл, что тебе через 17 минут нужно выходить. А 17 минут – это знаешь, сколько секунд? А нет. А я знаю. Ну, сколько? Ну-ну. Прекрати. Вот это. Прекрати. Опоздаешь. У нас еще целых 17 минут. Ты опоздаешь. Ты маньяк. Опа, что это? Братан, слышишь, что это такое? Похоже, землетрясение. Валим, я... валим, валим отсюда! Иди сюда! Сонечка! Этот убийца. Опять. Да. 290. 300. А вот и нотариус. Нет, как у вас все чутко получается. Конечно. Прямо расцеловать вас хочется. Ой, спасибо, не надо. Какой он у нас полосатик. Смешно. Троич, поехали, я тебя умоляю. Что тут можно не ждать? Троич, поехали. Чего тебе? Паша, ёханый бабай! Иду, уже иду! Что ты сигналишь, соседей разбудишь? Да совесть надо иметь! Ты сигнал уже как свою Катю на кровати! Петрович, поехали без него! Да куда без него? Осталось поставить печать. Коробочка. А где наша печать? А, это не та. Это тоже не та. Да. О, вот она, главная печаточка. Сейчас, да, так, где тут у нас? Ну-ка. А, вот здесь вот. И вот у нас. Опа! Опа! Вот и все. Поздравляю, пожалуйста. Да. Прекрасная сделка, отлично. Спасибо. Приелись. Почти даром. Спасибо. Розочку, попишите. Конечно, с удовольствием. И вот здесь, пожалуйста, аккуратнее. Что? Печать его не размазать. Скажите, вас подвезти? Нет. А, конечно, если вам не сложно. Конечно. Сюда. Пойдемте. Удачи. Ой, ребята. Быстрее. Я от вас худею. Ты это, новый анекдот о ревнивом муже слышал? На, да. Ты его уже знаешь. Как дети, ей-богу. Задаю вопрос, как же так, поднимаю над собой белый флаг, победа снова твоя. Календаря, понимаю, что схожу я с ума. Зачем нам эта игра?
даже боюсь, не знаю как. Над собой теряю контроль, изнутри съедает странная боль. Зачем со мною ты так? Схожу с ума, я схожу с ума. Если вдруг со мной рядом не Шейхи, держитесь. Ну, давай, малыш, включай. Ну, ух ты, давай. Мохнатый шмель. Ну, ну давай, цыпочка. Помогите! Вперед, давай! Вперед, вперед! Вперед, давай! Да в калитку обойти! Граждане, Черт. Сержант! Сколько раз я просил проверять батарейки перед захватом? Это Петренко на них плеер слушает, я ему говорил. Это вон, у меня вообще плеера нет. Да хватит, хватит, я от вас с ума сойду. Вперед, пошли! Граждане бандиты, сдавайтесь, выходите с поднятыми руками по одному. Я ничего не делал, я не убил. Стоять, посреди на ноги. Спасли. А я тебе его дарю. Давай, давай, иди. Сколько лохов видела такого в первый раз у вора. Такие только и носят. Представляешь, Потягин, он хотел меня поцеловать. Слышь, за такие бабки можно кого и куда угодно поцеловать. Ну-ну. Да. Давай, греби, не отвлекай. Ну, главное. Раз, два. Спасибо, ребята. Не били? Спасибо вам. Вперед. Этот был... Да, это он, я его узнал. Ясно. И с ним был этот красавчик в красных сапожках. Этого мы уже приняли. А вот этот знаком? И этот тоже. Все понятно, да. Где нефть? Где моя нефть? А нефть? Нефть качали из цистерны обыкновенным водяным насосом. А вышка – отмазка. Мама! Я умер. Так, только умирать не на моем участке. Да. Алло, привет. Ну, как дела? Плохо. Почему плохо? Фергунчик пропал. Шут с ним. Наверняка своего Ромчика опять торчит. Он с деньгами пропал. С какими деньгами? Ну, это долго объяснять, я потом тебе все расскажу. Ты скоро вернешься? А ты зачем спрашиваешь? Чтобы я тебя врасплох не застал? Ну, Паша, я тебя умоляю, мы же договорились. А я вот возьму и внезапно приеду. Ну, приезжай. И опять кому-то челюсть сломаю. Ломай, все равно денег нет. Ладно, слушай, я пошутил, извини. Ты дома будешь? Я не знаю, может, в бутик поеду. Пока. Целую тебя. Я тебе тоже. Ты знаешь, ты мобилку не выключай, я тебе позвоню, окей? Ну, все, целую. Рука блуд несчастный. Серёженька, ты здесь? Отстань! Меня нет! Я умер! Я не пьян. Я умер. Прошу не беспокоить. А в чем дело? Где деньги? Что случилось? Денег нет.
Нефти нет. Ничего нет. Шланг не качает. Насос не сосет. Вышка упала. Полный пролет. Да ты... Катя, ничего нет. Ни квартиры, ни бутика. Прощай, Катя, мы нищие, но гордые. Прощай. Ты, я тебя сейчас... На! Идиот! Дура ты! Успокойся, я все решу. Ну какой ты пьё? Так, хорошо. Локоток повыше, давай еще разок. О, ну молодец! Я думаю, через месяц будешь готов. Слышь, Иваныч, ты меня, может, на вечерок домой отпустишь? Домой? Ты что, с ума сошел? Ты должен обо всем забыть. Это последний твой шанс пробиться на боксерский Олимп. Понял? Не слышу ответа. Понял. Значит так, сейчас отдыхать. Бегом. А вы чего рты пораскрывали? Работать! Локоть выше, локоть! Я ему то же самое говорю. Ну! Вот! Так! Резче! Резче! Тихо, тихо, все. Все, все. Спи, спи. Алло. Люба? Да, господин Бодягин, это я. Вы, кажется, хотели со мной встретиться, поговорить. Конечно. Так вот, я готова. Я тоже. Обсудить все ваши условия. И я всегда готов. Да. Алло, ты дома? Да, дома. Хочешь, проверь по городскому. Ты меня любишь? Ну, конечно, люблю. Что за идиотский вопрос? Я скучаю. Ну, я тоже соскучилась. Что ты будешь делать? Сейчас иду на кухню подсчитывать убытки. Какие убытки? Да Сергунчик тут такое натворил. Что у вас там за кипиш происходит? Не могу тебе рассказать. Ни телефон, разговор. Приедешь, все объясню. Ладно, я пошла в душ. Так в душ или на кухню? Сначала в душ, потом на кухню. А, окей. Иди в душ и думай в душе обо мне. Хорошо, обязательно. Ну все, давай, целую, пока. Приветствую вас. Сегодня в нашем городе большой праздник. Открытие ресторана класса люкс. Рядом со мной хозяин этого замечательного заведения, известный в прошлом спортсмен Николай Федяев. Будьте добры, несколько слов. Люба, Любочка, пропустите, это мадам ко мне. Люба, я очень рад, что вы пришли. Целую ручки. Проходите, прошу, прошу вас. Чуть не забыл. Иду. Иду, 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 иду. Присаживайтесь. Ресторан открыть, это... Ну, это то же самое, что на ринге. Это нужно все время держать удар. Сейчас сложишь. Это же прошлогодний бой, да? Давай лучше на Семен. А что там? О, во-во-во, смотри, смотри. Мой дружок открывает новый ресторан. Сегодня меня приглашал, но Иваныч не пустил. Я раньше на ринге людей пил. Меня тоже срезал. А сейчас пью на кухне. Обидно, обидно. Ну так что приходите к нам в ресторан. Буду очень рад видеть. Блин, Паш, смотри, что реально можно руками наплатить, а? Ну что, дело такое. Либо прошу вас, прошу вас. Я напротив вас. Итак? Сводки.
водочка. Консервный заводик. 500. Ну, милуйте, Любонька, мне же нужно этому государству хоть что-нибудь дать. Государство не обеднеет. 400. Хорошо. Ну, 300 вперед. Когда? Через час. Маленькая проблема. Я не один в деле. Мои партнеры требуют гарантии. Какие еще гарантии? Ах, Любушка, какие. Мы живем в удивительное время, когда человек человеку друг, товарищ и брат. Я как брат хотел бы быть рядом с вами в это время. Ну, в общем... Иначе я не смогу убедить моих партнеров в необходимости наших отношений. Дорогие друзья, прежде чем мы будем знакомиться с нашими замечательными гостями, я бы хотел обратить ваше внимание на дизайн этого ресторана. Ты че? Да так, показалось. Паша, не стесняйся. Твоя Катька реальная звезда, чувак. Какая, блин, звезда? Лучшего в нашем городе шеф-повара. Молоды. А теперь перейдем к основному событию нашего вечера. Когда, конечно же, придете... Звезда моды, говоришь? И отведаете изысканных блюд в его непревзойденном... Что такое? Что так в чем дело? Почему без спроса? Вон, вон, вон отсюда! Пардон. Ух, что эти папарацци. Да. Без гарантии сделка не пляшет. И потом расписка, все это смешно. Но выход есть. Я должен с ним встретиться глазами. С кем? С вашим принцем, который раздает драгоценные автографы. Новый фрукт. Ну, знаете, 300 тысяч – это вам не стакан семечек. Он не будет с вами разговаривать. А с вами будет. Идиотский вопрос. У нас же языки болят от разговоров. Вот он должен сказать заветное слово «да», не мне, вам. Уже сказал. Что дальше? Что-то я не расслышал. Хорошо. Как вы себе это представляете? Извините за вопрос интимного характера. Вы встречаетесь у вас или на нейтральной территории? Рассчитываете посидеть с нами за одним столом? За столом не рассчитываю. А вот в шкафу посижу. Где? Лапа! А что мы будем делать, когда все продадим? Ну, сколько раз я тебя просил, чтобы ты не говорила мне лапа. Лапа. Это настораживает. Понимаешь, лапа – это как намек, что я на лапу беру. Ну, ладно. Но все-таки что мы будем делать, если все продадим? Ну, что, продавать дальше? Ну, как продавать дальше? Ну, вот все-все продали. Всю страну продали. Что дальше? Ну, так не бывает. Когда все в одних руках, наступает революция, потом приходит новый хозяин и начинает опять продавать. Понятно. Лапа! Значит, я рисую себе операцию так. Вы с ним за столом, я в шкафу. Вы просите его помочь нам с заводиком, он, естественно, не может вам отказать и говорит заветное слово «да». Не подозревая, что я это слово «да» слышу своими ушами. А потом вы идете в спальню, быстренько там занимаетесь, пардон. А потом я мчусь к своему партнеру и оставлю вам деньги коробочки, да? А вы детективы никогда не сочиняли? Спасибо за комплимент, но я на свой кусок хлеба не жалуюсь. А ты-ты-ты-ты, вы кто по профессии? Гинеколог. А что? А вы-то мне и нужны. С этого и надо было начинать. О, чемпион! Петрович, что, не спится? Позарез в город надо. Куда? 100 верст в один конец! Да я заправлю, Петрович. Иди, броди, спать уже пора. Петрович, я на самом деле вот так к тебе отношусь. Понимаешь? Я тоже к тебе нормально. Ты это, как его? Примерь капу. Сожми зубы. Хорошо сидит?
Знаешь, Петрович, ты это, ты извини. Спокойной ночи. Хорошо, согласна. Через час у меня с деньгами. Очень деловая женщина. Пока, пока. Что же привязался, папарацци? Ну все, попался. Третий, я четвертый. Клиент готовит сделку. Повторяю, клиент готовит сделку. Высылайте группу захвата. Возьмем его на горячем. Ладно, будем брать там. А где? Смылся. Как? По трубам. Ничего не понял. Короче, я попробую достать нам деньги, но ты должен сыграть большую цацу, которая распоряжается госимуществом. Каким имуществом? О, Господи. Государственным имуществом. Короче, есть клиент. Он дает задаток. 300 тысяч. 300 тысяч за консервный заводик. Слушай, где ты его взяла? Кого? Заводик? Да нет, на клиента. Такой же лох, вроде тебя. Так, руки. Короче, молчи и слушай, что я тебе говорю. Он спрячется у меня дома, в шкафу. Мы с тобой вроде любовники. Ну, поговорим немного про консервный заводик и ляжем в постель. Че, сдурела? С тобой в постель? Да никогда. Не хочешь? Будешь жить на свалке всю жизнь. А если Ромочка узнает? Или твой этот, Кинг-Конг? Сам не скажешь, никто не узнает. А мы с тобой в постели пошумим немножко. И ты сделаешь вид, что заснул. А я его тихонько выпущу. Вот и все. Все, понимаешь? Больше тебе ничего не нужно будет делать. Ничего. Но помни только перед этим. Когда я спрошу у тебя про завод, ты должен внятно и четко мне сказать «да». Понял? То есть согласишься отдать этот чертов завод в их руки? Слушай, Кэт. Ты прирожденная аферистка, я тебя тарчу. А чё мы на шипотребе-то сидим? Потому что тарчишь до сих пор, пора бы уж соскочить. Ой, ладно, знаешь, соскочить не соскочить. Только у меня к тебе просьба. Я же в постель. Ты ко мне это, особо не прикасайся, поняла? А ты особо никому не нужен. Ой, ладно, я, между прочим, кое-кому еще нужен, понятно? Кому ты нужен? Некоторым нужен. Ой-ой. Всё, и не забудь переодеться под функционера. А если это твой Кинг-Конг узнает? Не волнуйся, зебра. Кинг-Конг на спортивной базе. Прёшь, не уйдёшь.
Добрый вечер. Триста. Можете пересчитать. Только после того, как услышу от вашего друга «да». Пройдемте. О, еда. Так, прошу сюда. Давайте, 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 давайте. Давайте. О, фу. Вы, кажется, злоупотребляете нафталином. Старомодно, но надежно. А вы слишком часто шляетесь по шкафам. Да, когда речь идет о гарантиях, то да. Так, ну идите, я вам постучу, когда можно будет походить. Умоляю, поторопитесь. Давай, давай. Чё, пришел? Спасибо, милая, что встретила. Спасибо, милая, что встретила. Устал? Спрашиваешь? Проходи. Сегодня опять наверх вызывали. Проголодался, милый. Эх, милая! Секс на голодный желудок – это гарантированная язва! А ну, держи! Пожалуйста! 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 Эй, дорогой! Шашлык хочешь? Я дорогого не ем! Последний раз. Ой, дорогие, шашлык хотите? Хотите шашлык свежий? Свежий, хороший шашлык. Вот что вы делаете. Что вы делаете? Так нельзя. Шашлыки вы что, обалдели? Что делаете? Поделение заберете. Сколько живу, такого еще не видел. Да, Шапнула, что это у тебя за пиво? От него глюч. Извини, сейчас другой дам, другой дам. И шашлык давай. Что-то мне мешает снизу. Паша! Дай сюда. Есть одна проблема. Очень сложная, почти невыполнимая. Но ведь ты у меня волшебник. Пустырь? Какой пустырь? Заводик. Консервный. А заводик это... Для кого? Для одного очень хорошего и надежного человека. Он 200 000 раз. Как 200? Ой, нет, 300 000 раз благодарить будет. Ой, другое дело. Уж ты поверь мне. Заводик – это не проблема. Просто сейчас это международная обстановка накалилась. Ната! Ната выкобенивается. Не Ната выкобениваться, милый. Пойдем в постель. Зачем? А что делают в постели? Ну, это самое. Вот и я хочу. Это самое. Давай, давай же, ну. Так, ну, милый, ну поцелуй свою козочку. Отдадим заводик хорошему человеку. Что? Да. Молодец. Да. А теперь мы немножечко попрыгаем с тобой. Нет. Попрыгаем немножечко. Отдадим заводик. Хорошо. Отдадим. Да. Так, картина Репина приплыли. Кто тут у нас? Паша, это не я. А как же Ромчик? Мы с тобой, оказывается, в одной сексуальной категории. Ну живи с этим пекинезом.
Я собираю вещи и ухожу. Паш, я тебе все объясню. Пойдем на... Паш, добрый вечер. Извините. А это что? Запасной игрок, что ли? Что это за муфлон? Нет. Мое имя вам ничего не скажет. Но я очень благодарен. Вы спасли мои деньги. Стой! Я узнал его! Пошел вон, чтоб несчастный. Он украл наши вот деньги! Последний. Пошел вон отсюда! Ах ты! Все вон! Ах ты! Ах ты! Шлоп! Сам ты шлоп! Лох несчастный! Я тебе сейчас! Лохошлоп! Не отдам, это мои деньги! Отдай! Это мои! Менты! Давай, специально стреляй в него! Да подари! Куда? Лохошлоп несчастный! Стоять! Стоять, водяки! Стреляй! Куда вы стреляете? Это будет первое дело! Остановись! Что случилось? Сонечка, очнись, Сонечка. Соня, а? Мама! С дороги! С дороги уйдите! Пропустите! Стоять! Убить! Убить! Держите Бодягина! Уходит! Держите его! В зеленом пиджаке хромает! Держите его! Это не я! А ну стоять! Это неправда! Что за бандит пошел? Ноги не надо, руки твои! Ура! 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 Я спас наши деньги! Он спас наши деньги! Он спас наши деньги! Другой разговор. С этого надо было начинать. Эх, милости просим. Добрый день. На нашу землю. Ну как, впечатляет, а? Да пока что не очень. Ну почему же? Мировой прогресс давно уже ушел вперед. Да, мы знаем. А я смотрю, у вас все тот же репертуар. Честно говоря, мне больше нравилось, когда вы были брачным аферистом. У вас был полет фантазии. Такие красивые жесты, поступки. Опа, менты. Да. А это что, Бодягин вас испортил? Да. Да. Зачем вы ушли от Лохматова? Это... Он сейчас в тюрьме и... Карта легла. Получает образование. Да. Кстати, я знаю, что на Колыме нашли нефть. Что вы говорите? Потому очень пригодится ваш скромный опыт. Спасибо. В смысле, сижу на нарах, как король на именинах. И пачку все лейтенант. Последнюю курю. Уже уходите? Сами оденете или вам помочь? А можно без этого? Пожалуйста. Макс! Свою злость. Представь, что Катька тебе со всеми изменяет. Грязь. Со всеми подряд. Днем и ночью. Паша, соберись. Ну, разозлись. Ну, Паша. Все на кону. Паша, давай. Пашечка. Убил. Макс. Я его промоутер! Я его сделал! Я создал нового чемпиона! Держись, Дон Кин! Мама, сын стал королем ринга! Паша! А, Катюша! Видишь? Снимай меня! Только меня! Пашка, спасибо тебе за все! Они дешевле.
дешевых страз. И потому-то в этом треке нет дешевых фраз. Я не умею петь, поэтому читаю рэп. Лучше тебя в этом мире, я считаю, нет. Ты поднимаешь снова настроение мое. Ты как билет на футбол или как гумиё. Целый день с тобой, как будто бы я заводной. И все энергетики со мною заодно. Ты зажигаешь мне огни ночного города. Не думать о тебе нет никакого повода. Это проходит сквозь меня, как электрошок. Я знаю, мне только с тобою так хорошо. За тебя, как за соломинку, пока есть сил. Быть без тебя для меня апокалипсис. И без тебя мне не нужен весь этот motherfucking цирк Шапито. И без тебя мне не нужен вообще никто. С тобой я супермен, с тобой супер мне. И я готов с тобой не расставаться сутками. Плюс ко всему словами многое не передашь. С тобою каждый день one day in paradise. Мне кажется, подчас все вокруг против нас. Но когда мы вместе, никто не круче нас. И кто-то ищет траву, а кто-то порошок. Мне ничего не надо, мне и так хорошо. Oh,